Всем привет, с вами StiffPro, и сегодня покажу вам, как сделать плазменный телевизор в Майнкрафте Pocket Edition. Ну, наш плазменный телевизор будет выглядеть примерно так. У него будет вот такие колонки, давайте сейчас покажу, и вот такой телевизор. С стороны будет выглядеть прикольно, и также будет вот такой диван из белой кожи, да? Ну что ж, для этого дивана нам понадобятся ступеньки любого цвета, но лучше вот такого цвета, который я выбрал. Ставим так, и наверх мы ставим черную шерсть. Но шерсть можно выбрать и фиолетовую, розовую, белую, какую хотите, но, по-моему, с черной шерстью выглядит лучше. После чего мы должны выбрать верную нам картину. Также можно плазменный телевизор сделать больше. Так, ищем каратистов. Вот как раз каратисты наши. Как раз этим спортом я тоже занимаюсь. Ну и теперь мы ставим наши колонки. Так, маленько подальше поставим. И мы можем сделать их еще больше. Сделаем их в два раза больше, чем были. И ставим вот такие кнопки. Ну, это как будто, так сказать, дырки, да? Как в обычных колонках. Ну ладно, потом поставлю. Ставим здесь колонки. Такие же. После чего берем кнопку. Так, ставим. И вот такие колонки у нас получаются. Так, сейчас я закрою дырку в полу. И теперь мы должны поставить наш диван. Для этого нам понадобятся белые кварцевые ступеньки. Тоже ставим их аккуратно. Ну, лучше померить, да? Так, вот так. Эту ступеньку мы должны загнуть. Вот так, как у дивана. Так, убираем, идем дальше, делаем длину. Так, рассчитываем, чтобы все было верно. Нет, не здесь, вот тут. Так, и опять забыл завернуть. Заворачиваем, протягиваем, и у нас получается наш плазменный телевизор. Ну что ж, вот такие плазменные телевизоры. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.